Как победить терроризм? Казалось бы, при чем здесь пиарщик, да? Пиарщик может дать очень хороший совет тем, кто хочет искоренить терроризм на корню. Здесь, хочется сказать, все очень просто, но на самом деле далеко не просто. Совет при этом легкий. Итак, чтобы победить терроризм, нужно просто-напросто не рассказывать о нем. Ну, захватили заложников, окей. Никто об этом не знает, не дает им никаких слов, камеры не едут на это место, никаких прямых эфиров и прямых обращений к народу от террористов. Если террористы будут в информационном вакууме, то сам смысл теракта просто-напросто теряется. Не давайте террористам говорить и не транслируйте их мысли куда бы то ни было. Какая либеральная пресса вы не была при этом. Был такой случай при Норд-Осте, не буду вдаваться в детали, но СМИ не то, что об этом рассказали и раскрутили, они выдали такую секретную информацию о значит, местоположении группы захвата, что боевики этим воспользовались. И как бы после этого очень серьезные санкции были наложены на телеканалы. Так вот, я считаю, что вообще нужно полный запрет на информационное освещение терроризма сделать. И тогда он будет, по крайней мере, обезглавлен и отключен от питания, от рубильника. Теракты станут бессмысленными. Поэтому информационный вакуум для террориста – единственный путь к его искоренению. Вот так вот.